Да мечта, я думаю, что у всех сейчас в целом одна, чтобы наступил поскорее мир, чтобы все закончилось. Корги завести. Да, мы хотим собаку. Жить спокойно, мирно, тихо, работать. Семья, дети, дом. Жена вот хочет в Питере остаться жить. Мечтаю, чтобы война закончилась. Какие еще мечты могут быть, да? Чтобы мой ребенок был здоров. В принципе, только об этом мечтаю. Этой весной никаких, на следующий год есть цели. Построить дом и в плане карьеры. Тревогу, обиду, злость. С СВО вернулся только. Злость на тот режим, который установлен Западом. Злость на то, что в свое время не добили то, что надо было добивать. Злость на то, что все-таки какими-то образом мы позволяем им действовать. Так, как они действуют. Да, мечты приземленные. Жить спокойно, мирно, тихо, работать. Семья, дети, дом. Ничего сверхъестественного. Во-первых, сегодня встреча с вами. Все хорошо. Кот здоров. Так все нормально. Понятно, что сейчас в стране не все спокойно. Конечно, это огорчает. В целом нравится. Я не хочу никуда уйти. Живу в своей стране. Можно много что улучшить. Много что. Что нужно изменить, но нужно это делать, а не проезжать, мне кажется, так. В последнее время амбициозность, я не знаю, можно над этим ответить, восторженность, радость, иногда печаль, иногда чувство застоя, смешано все. С одной стороны, как будто очень много каких-то проблем, с другой стороны, как будто и возможностей тоже достаточно. И для самореализации, и для каких-то построения каких-то дел. То есть, в принципе, заняться-то есть чем, было бы желание. Вот. Да мечта, я думаю, что у всех сейчас в целом одна, чтобы наступил поскорее мир, чтобы все закончилось. Естественно, в нашу пользу. Вот это даже не обсуждается. А в остальном, ну как бы, это, опять же, это связано с моей личной жизнью, то, что я музыкант, и у меня есть определенные музыкальные идеи, которые я хотел бы, чтобы реализовались. Я бы пожелал бы просто нашей стране благополучия в этом все. А так менять, да нет. Есть определенные вещи, которые, наверное, все хотят поменять. Ну, как же я не буду говорить об этом. Просто хочешь, чтобы люди стали добрее. Круто. Я на это, к сожалению, не могу повлиять. Но хотелось бы. Нет, я испытываю эмоции радостные, что я в Питере, что я слышите, да, с Украины я. Люблю город, тут живет мой брат, его семья, и я сюда попала надолго, потому что война. Такой плюс, если это можно назвать плюсом, да? Они меня позвали, потому что нам территории, которые заняли, сказали, будут освобождать. А как освобождаю территории занятые? Бомбят! И, конечно, у меня очко дрогнуло. Знаешь, оно не сыграло, но дрогнуло. Оттуда, ну, обратно мне он давно, приезжай, побудь у нас, пересиди. Вот я к ним приехала, и что-то изменить единственное, чтобы наступил мир, потому что, как бы там ни было, но это рана. Это большая рана, это... В данный момент только положительные. Потому что сюда приехали в отпуск. Последние 5 дней у нас только улыбки и приятные эмоции. Менять. Прям кардинально. Жена вот хочет в Питере остаться жить. Купить здесь квартиру и сюда переехать жить. Но это не знаю, это только в раздумьях. А так, чтобы грандиозно что-то поменять. Да нет, все нормально. Нас так все устраивает жизнь. Ну, это всем известно, то, что вот эта война, конфликт закончился, чтобы. Да. Чтобы уже все спокойно было. Чтобы мир наступил. Чтобы не болели. Не болейте, войны чтобы не было. Мы ничего не хотим поменять. Нам хорошо. Чтобы мирное небо только было над головой, самое главное. Да. Нам нравится, нам все нравится.
В этом году, во всяком случае, эмоции гораздо больше радостных, чем в прошлом, например. Наверное, в целом восприятие людей мира. Поменьше быдла, побольше думающих и осознанных людей. Их надо для этого воспитывать. У нас плохо с воспитанием. Ну, вы же сами все видите. Сколько у нас людей неосознанных и недумающих.